О, охуенчик. Слушай. Вскоре я ухожу из танков онлайн. В общем. Да не, Валёк, ну не надо так это. Это же делать. Ну типа с танков онлайн уходишь. Летсплей — это, конечно же, дело благородное. Не-не-не-не. Хуйня. Да, ну, а это. Пиши-пиши. Летсплей — это, конечно же, дело вроде бы и хорошее, но не благородное. То есть за все вот эти вот 3 года, сколько я на Ютубе, я снимал видосы, но вроде у меня как бы подписчики и фанаты, как их можно назвать, есть, но их не такое большое количество. Поэтому я думаю, решил, надо что-то менять в своем формате, как-то более продвигаться, продвигать не свой аккаунт, а именно свою личность в интернете. Вот. Вот. Мотоцикл, мотоциклист едет, пидорас ебаный. Или машина даже. Где, сука? Фотосессия тоже. А? Тоже фотосессия. Ну вот, и, короче, бля, я с тем сбился. Так, ладно, давай сейчас заново. Короче, у нас облом. Да. Приехали наглые скинхеды, хейтеры, короче, мои. Вот. Ну там фишай, наверное, будет винт, там мотоцикл, короче, подъехал. А, приехал к хэд-компании, они там что-то начали синячить. Ну, думаю, ну что там, вот, что я буду вам рассказывать про канал, когда там рядом синеботы всякие будут. О, наливай, блядь, Михалыч, сука! Бухать хочется, блядь! Вот, ну, едем, короче, в другое место, благо у нас пока все цветет и пахнет. Ну, не все, конечно, но думаю, сейчас мы найдем место и продолжим снятие. А я подумаю, короче, над речью над своей. А то я вроде сесть-то сел, а у меня толком слова ничего не были придуманы. Это, короче, по катушке водю. Давай. Ух. Мужской грузовик, мужской, бля. Для мужиков. Вот наше место, бывшее место для съемок, сука. Сейчас покажем, что с ним сделали. Блять, там проход загородили, короче, даже на Ниве не проедешь. Есть только на квадрике, и то не факт. Не, пешком можно туда пройти, но только без тачки там как-то не кошерно будет. Таки да. О, наше родимое место. Сходки Бепан. Как было здесь охуенно. Вот он завал этот. Да. Да не бомби то меня! Пиздец, да, ребята? Это для таких школьников, как мы. Не, мы не школьники, мы студенты уже как год. Для таких студентов, как мы. О. Поискать еще надо. Да. Здрасте. Оператор всегда с вами. Тут это, Джаггернаут предлагает по городу поездить поорать. Ну это после съемок, наверное. Не, ну можно, да, вообще похуй. Возвращение по катушек. Ты что, куда, торопишься? Да нет, никуда не тороплюсь. Все не по катушек. Кошерно. Сука, фокусируйся, блядь. Шеф. Урал! Урал! Я
что я идиот и ездю без рук. Это мы за городом, еще тут машин нет, вот так я ответственно вожу. Ответственно! Короче, машина виляла по дороге, вот он думает, бля, что-то, что за хуйня, вот пипикает. Ответственно будет, бля. Да что? Маски отдых, блядь, как будто в Турции нахуй находимся. Только ебаному хасанатке под именем не люд, блядь. Кошерно. Кумертау хуже. Да, кстати. Он темный город, блядь, пиздец, конечно. Вот твой, короче, ISX оранжевыми полосками украсим. Оранжевыми полосками? Ну, типа деды воевали, он же у тебя черный. А, типа георгиевская лента? Да. Бля, хуй знает. Георгиевский ISX. На Берлин, блядь. Не полноприводный, но на Берлин. Передний привод. Бывайте сразу только. Ух, сука, блядь, получишь. На один же только. Ну да. Надо хуй знать, где только эти полоски. О, менты, привет. Понял. Сука, дорогу еще делать, пидоры. Ну как дорогу, разметку делать надо. Зачем? Они, походу, сейчас тут пешеходников ловить будут. Где, типа, кто не будет пешеходный пропускать. Ну, смотри. Валё. Чё? О! Хуя себе, я первый раз такой вижу у нас в городе. Не, в прошлом году в парке давали на прокат. 50 рублей 5 минут вроде. 300 тысяч так штука стоит. 300 тысяч? Ебать, её на 15 минут же зарядка хватает. Ну, так вот. Зато катаешься с ветерком. Это самокат для ленивых. Саня, выходи за меня. Я согласна. Блядь, ну я не этого ждал же. Сука. У тебя есть зеркалка, я согласна. Блядь, ты правда говоришь. О, какие лица счастливые. Ох, вай-вай. Это когда я тут разделал, они такие, ура. На видео что снимаешь? Сейчас он на Бэфе 5 на 5. Мажоры хули. На Бэфе 5 на мастерской спрятан. Я так наклеил ее, сначала. Она у меня зиму прикол продержалась. Там мы ее и водой, короче, она по льду была, мы ее пш, водой она держится. Но ты еще не все снял, потом, видишь. Все чисто. Все, багажник, давай. Там, кстати, места нету. Я знаю, там указываю у тебя это. Он еще и укомплектованный у меня, там и танкрат, все, короче, лежит. Очки одевал, не надо. Так, как ты относишься к тому, что торренты закрыли? Российские торренты, да, закрыли. Но наш Баштел, блядь. Наш Баштел действует, и там скорость довольно-таки хорошая. Так, если бы тебе предложили вступить в аркаду, ты бы согласился? Но если бы я играл, конечно, я бы согласился. Но сейчас, я как говорю, тяги к проекту нету, поэтому ну, я бы отказался. Не знает, аркада это такое. Если честно, я о типе игры подумал, аркада, блядь. Джага, почему именно строительный университет, а не какой-нибудь другой? Университет у меня обычный, там просто есть 3 факультета. Направления, точнее, экономические, даже 4. Экономист, электроэнергетик, автомобилист и строитель. Я выбрал именно строитель, хер знает, у меня потому что
туда пошел в одноклассник. Такие кошерные. Да, мне потому что, как бы, ну, я не знаю, было бы прикольно там увидеть там знакомые лица, там с ними как-то что-то делать, дальше придумывать, опять же, по танкам, я думаю, не стоит. Вот, а по катушке также будут. То есть я же перехожу на видеоблоги, а видеоблог это по катушке, по ебушке, в общем, что-нибудь придумаем сами. В общем, ребята, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Саша Джаггернаут. Увидимся. Все, вырубил. Всем приветик, с вами Энди. Да, тот самый бывший злой папа. И мы с Джаггером очень хорошие друзья. Были времена, когда мы с ним ссорились, но в итоге мы всегда оставались друзьями, всегда хорошо общались. Шли, как сказать, нога в ногу в танках. Оу, щит, они говорят, не паранойя, псих, твой стиль уникален, это новый моб-дип, злой тип, да хотя над головой.